Артем, вас красавец, красавец. Благодарим. И такой... Заберем с радостью. Мы еще сегодня попляшем огнем, покрутим. Хорошо, благодарим. Сейчас подожди, люди выйдут, дадим. Прыгнем? Ага, ты на ноге, да? Иди, мое солнышко. Пойдем. Всего доброго. Счастливо. До свидания. Дальше, стой. Да. Все, благодарим, брат. Идем в строительство. Спасибо тебе большое. Ну, а у вас где есть деньги за каву сделать? Каждый день. Да каждый день. Серьезно? Серьезно? Нет, да, нет. Ну как? Нет, ну такого не бывает. Мужчина же каждый день может праздновать, да, брат? Я понял, какой вы это. Сам Покровский, сам Сенгельский? Нет, я Саратов. Саратова? Да. Ну, мой ближайший праздник – это казачьи кренделя. 26 числа приходи в Парк Победы. Мы там будем выступать, там много всего интересного. Да, понравится. Вот вы обещали фейерверк, а не поедете. Вот мы сейчас приехали. У меня сестренка ногу пробила. Мы же ездили в больницу, конечно. Пробила ногу, мы не стали никому говорить, чтобы никто не сказал. Только мы вернулись, фейерверк делал. Фейерверк сейчас будет? Конечно. Нету. Пожалуйста. Я понял. А мы, кстати, когда до этого приезжали...